Пятерых участников разграбления склада на Харгосе привлекли к ответственности. Накануне разъяренная толпа людей силой снесла забор и за считанные секунды обчистила складское помещение. Причем, судя по любительским кадрам с места инцидента, в толпе были и дети. В департаменте полиции сообщили, что конфликт урегулирован. Полицейскими и работниками прокуратуры, прибывшими на место происшествия, проведена разъяснительная работа и ситуация была урегулирована. Действиям участников дана правовая оценка. Пятеро участников, повредивших складской забор, уже привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Во время инцидента никто из работников НЦПС и таможенников не пострадал.